Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Draw Rider 2. Нажимаем Play Game, Story Mode, Gunomall. Там воспроизводится видео, где девчонка какая-то в розовых чулках, в юбке, на велосипеде едет. Is beginning to get dark. Что-то наступает темнота, что ли, и... Воу! Она едет на велосипеде по каким-то... по какому-то полю. Rain green. Типа, дождик, прекрасно. Ну да, прекрасно. В принципе, вот за окном тоже дождик идет. In или N Studio. Хрен его знает, непонятный шрифт. Presence. Код Антон Важинский. Я даже не успел, не смог прочитать, что там написано, потому что я испугался. Дизайн Сергей Важинский. И, ой, мой, вот это громко сейчас было в ушах, прям вообще капец. What the fuck? Does target successful capture... типа, что за хрень со мной произошла? Цель захвачена. Прекрасно, То есть первый уровень это чисто просмотр видеоролика о том, что же произошло на самом деле. Туал Рита. Я боюсь просто. Excellent day, it's time to ride a bike. Хороший день, это прекрасное время для того, чтобы кататься на велосипеде. Балансировать forward back. Опа! А я что, за этого? За плавуна какого-то этого? Ебаном! Оу! Вот это да, вот это... Просто... use the capture button shift to grab items. Опа! Это я мог... Не ломай себе ничего, просто, просто встань. Встань и иди, чекпоинт. Хорошо, что они здесь есть. Хопа, хопа. Ой, блядь, заползать. Не, ну, просто встань. А, собака. Press restart button R to start to this last checkpoint. О, bike control, balance forward to break. А, типа следовать... остановиться, Z button to jump off the bike. Слезть с велосипеда своего, короче. Балансировать, ну то же самое, как, в общем. Press Enikei to start. Я Press Enikei, что-то ничего не происходит. Давай, поехали. А, слезть я могу... А, понятно, все ясно. Так, поехали. Идите его колотить, как все сразу сложно. Кошак вообще. Четкий кошак. Все. Котяра, помогай. Ёб твою мать, что там встал-то? В конце концов, смотришь на меня, как я здесь мучаюсь, и не помогаешь мне. Hello, здорово. Есть, курить. Ну, это очень сложно. Это, блин, просто невозможно. У меня же нету этих там... Как помнишь, это раньше в этом... Как он называется? Игра там была... Gravity Defense... Нет, Defense это воро... Gravity, по-моему, просто назывался. Вот там вот эти же были. Была просто версия с этим, с велосипедом, а была версия, которая там куча уровней, там 10 уровней этих, там миллион просто уровней этих было, 3 велосипеда этих было, и там синий типа и красный был. Я не помню, кто там, кого сильнее, но я помню, что там был. Так, а я что, я дальше могу идти? Типа, не, давай лучше это, начнем дальше. Я что-то... Есть! Молодец! Останови же, написано. Стоп. Стоп. Complete mission and get their coins star. Звезды необходимы, чтобы открыть новые уровни для... Да нет, ну зачем меня-то еще забирать? Девчонку уже забрали. This is story of... это история о... Опа. Макс, блин, ты прикинь, да, вот так вот смотрит за тобой, Макс какой. Что-то, блин, музыка вроде тихо играет, а потом как ту-ту-ту-ту-ту, и все, блин, капец, меня просто уши. Минус просто. You finish it, retry results. Tutorial complete, fast sleep, mystery song 500.
монеток дали мне. Draw Raider 2. Вот тут громкая музыка очень. Так, Homalai. Не знаю, что это, как это переводит, но... Сейчас посмотрим. Дом 9 часов до полудня. Лорис, очень странный сон. Сегодня этот день выключен. Необходимо найти твой BMX. Ну, пойдем искать. Мы, блин, ходить уже умеем, мы профи в своем деле. Вон, видела, как ровно иду? Ой-ой-ой, тихонечко. Опа. Это что, мне надо туда идти на это? А, собака такая. Это как мне через нее перепрыгивать? Плывун, блядь. Поехали, давай. Хопа. Все, вставай, пошел. Бляха-муха. Какой же ты, блин, неуправляемый. Б. Ёперный ку-ку, я плыву по машине. Ха, байк... байк один из четырех. Типа мне что нужно найти-то? Я что-то не понял, мне вроде BMX надо найти. Зачем мне байки находить? Это просто эти. Блядь, какой же он странный. Зачем ты так делаешь? Почему ты такой? Хопа, мяу. А там что-то лежит. Слушай, shift, чтоб грабить. Ну-ка, бляха, муха. Тут порылый ты осёл, блядь. Ломай её нахуй. Вот. Вот это дела. Давай тащи её на себя бери. Молодец. Вставай. Собака такая. Ну-ка, давай. Ну. Вот. Оп. Сейчас тебе проткнет пузень, и ты будешь потом всю жизнь как кушать через трубочку. Я же говорил, даже жизнь не будет кушать через трубочку, потому что он сдох, по-моему, только что. А, ну, блядь, почему? Почему вроде? Потому что you are and I. You are dead. Air tourist. Мяу! Мяу! Ёб твою мать, яблочко нашел. Че не себе? Музычка. О, блин, яблочки! Яблочки, собак ты такая. Че он назад не ездит? Че назад нельзя ездить? Ч, блин, звездочки вон они. А как я их соберу-то? Звезды-то я как собирать буду? Все, и назад никак. Ну, конечно, классная такая. Типа прям, ну прям вообще, вот прям вот. Просто хорошо. Знаешь, ты едешь такой на велосипеде. Вообще, очень хорошо. В связи с техническими неполадками, я отходил, да, отходил. И даже не надо мне тут ничего говорить, я просто отходил. Потому что по телефону очень нужно мне поговорить было. Да? Возможно, даже камера сдвинулась, но... Опа! Пиздец, блядь! Головой стукнулся и все. Помер, нахуй! Нет, не помер, смотри. Гляди, живой, нахуй. Вот это да! Вот это живучий малый! Вот это да! Плывет куда-то, плывет, старается. Ноги выпрямил. Идет, блядь, и старается. Ты гляди, какой он, а! Жить хочется, собака ты такая, да... Перевернись ты, блядь. Нахуй. Ой! Зла на него не хватает, на такого дебила, блядь. Ну вот на самом деле на велосипеде в горку заехать не можешь. Ну ты вот на велосипеде умеешь кататься? Я умею. И никогда у меня такой проблем не возникало. Нет, были, конечно, это вот... Это было, знаешь, когда? Это было, когда я вот таким вот маленьким был. Но это было еще 350 лет назад. А сейчас не, сейчас... Я на велосипеде не езжу, в принципе. Бляха, муха ты такая, цикатуха. Поплыли, блядь. Погнали. Хопа. До чекпоинта дойти, самое главное. Опа, а вот отсюда можно поехать. Хопа. To pass their test, do not touch the ground, good luck.
А как я могу донать touch the ground, а? Если я, блин, на велосипеде еле-еле езжу. Как я могу do not touch the ground-то? Опа! Ёб твою мать! Ну сейчас вот будете do not touch the ground. Какой тут do not touch the ground? Если я... Опа! Полебереза стояла. Вополе кудрявая стояла. Блядь. Ну... Вообще, вот... Я не знаю, я тут стараюсь больше, чем он. У меня кнопки нахер сейчас это на клавиатуре просто отвалится. Опа! Ну, ты чуть-чуть! Сука такая. Вот это был неожиданно, если чё. Если ты сейчас в наушниках, я думаю, что на видосе это будет слышно. Музыка играет по ушам, она ездит из левого в правое ухо, из правого в левое. Блять. Это невыносимо. Все, приехали. А чё, touch the ground можно всё-таки? Я так и не понял. Прыгнуть на него можно, нет? Блин, это очень сложная миссия. Это прям пипец какая сложная миссия. Тут есть вариант, короче, вот так вот проехать. Блять. Да, это не вариант, конечно. Блять, опять так же. Ты на самом деле такой дурак, что ли? Ёлки-палки. На велосипеде вот первый день. BMX еще купил. Я помню, у нас пацаны, короче, эти... с руля все сдирали, короче, и думали, что у них BMX. Потом понимали, что у них не BMX, а они просто дебилы. Ну, типа, BMX, чем он отличается-то, я хрен его знает. А, они еще сидушки опускают, как на вот это. Даже некоторые снимали. Ну, типа, круто, блин, как на BMX. Только на самом деле они даже на обычном-то ездить не особо умели в велосипеде. А тут-то BMX. Еще и без седла. Они вообще... Ой, да, блин, даже лучше не вспоминать. Мелкие были, что можно сказать. Зато круто, типа, вот мне BMX купили. А на самом деле это просто его разобранный велосипед. И больше ничего. Короче, на самом деле иногда легче просто-напросто взять их. Я... Это не говори гоп, пока не перепрыгнешь, называется. Типа... Выполни, пожалуйста, миссию, а? А куда мне надо доползти? Финиш уже, ёб твою мать. Я поплыл. Или мне надо велосипед свой загнать сюда? Чем я сейчас занимаюсь, не знаешь? Я тоже. Мы, конечно, поплывем. Какое себе занятие, да? Я тоже так думал. Да, этот звук... Прям вот, прям... Музыка классная. Не знаю насчет того, что какая она там палевная, не палевная, но мне все равно. Continue. Draw Rider. То есть, мне осталось 3 уровня, 2 из них видео. Так, в смысле? Ебать, мне звездочки надо находить. Серьезно? Серьезно, мне звездочки надо находить же ведь, ёб твою мать. А я чё-то ни к чему, я думал, мне просто надо взять и это и пройти уровень. Типа, прошел, молодец, не прошел, не молодец. А мне надо
бустер, блин, настолько левее, ебать. Аквалангист. Вставай. Музычка классная, на самом деле, она прям вот прям кучает. Опа. Хожу я неплохо, в принципе, да? И как думаешь? Блин. Apple нашел. Блин. Пиздец. Накрой сейчас еще сверху, конечно. Давай. Давай упади, не. Я просто видел там звездочку, но я не знаю, как я это тут достану-то. Да тут чисто физически достать невозможно. Она, блин. Хрен знает где. Яблоко, вот оно, да, но и то я до него не достану. Потому что, знаешь почему? Потому что оно, блин, яблоко, оно же наверху. Как я его достану? Опа, где-то я застрял. На перекрестке двух дорог. Так, мяу. И мур еще сейчас будет. Я знаю просто. Я в этом месте уже был не раз. Кстати, звездочку можно собрать. На самом-то деле. Поехали назад. Поехали еще разок. Там надо хорошенько разогнаться и прыгнуть. Ну, не вот так хорошенько разогнаться, естественно. Нужно так прям... Опа! Вот так. Оп, головой почти сбил. Не, ну это пиздец. Таким темпом мы не сможем разогнаться. У меня уже жопа горит, блядь, от этого дурачка. На самом деле, заехать и можешь уже. Все тоже задний привод, его перед не тянет нифига, его... Может, на переднем колесе разгоняться лучше? Не, ну, чисто вот так вот ехать, и потом так, хопа, сделать вот так, и все. 2.53 я этот уровень уже прохожу. То есть уже втором круге я его 2.53 прохожу. Пиздец. Это отчаяние просто, на самом деле. Ну, потому что это невозможно. Ну, блин, как я тут прыгану-то? А может, стой? Может... Так, кьют и... Эдитор... Нет. Character... Супер вайт, бэкпак... Рюкзак, классик... Yes. Может, от этого он быстрее начнет ездить, нет? Как думаешь? Я просто хрен его знает, на самом деле. Есть play game, story и... Ну... Просто, ну... Какие у меня еще есть варианты, просто, на самом деле. Я ему сделал рюкзак, я ему сделал этот... педали солнечного цвета, и типа, ну, типа у него вариантов не должно быть, чтобы, ну, типа, по-любому должен взять и поехать нормально. Поехали, говна кусок. Ёп твою мать. На самом деле быстрее ехать он не стал. Я думаю, что он стал еще медленнее ехать. Бидон, блин. Ну, в горку едет вроде, хрен его знает, может реально быстрее поедет. Или это чисто вера в себя, там, я не знаю, как это работает. Не, хуйня все это дело. Не поедет он быстрее. Ну, музончик классный. Но звездочку я только что просрал, то есть... Просто на ровном месте звездочку просрать. Давайте я предлагаю, знаете, что?
бьют отсюда. И, короче, в челленджи мы зайдем. А может онлайн? Что там онлайн? Онлайн, это как Happy Wheels. Так, какие звездочки, это типа оценка, что ли? Левел первый. Тут хотя бы есть какой-то челлендж. Но музыка реально громко играет. От, блин! Стой! Назад просто откатывается. Ждешь, пока назад откатится. И прям поехал. Прям поехал, поехал, поехал. Оп! Перескочил. Вот здесь вот так вот. А вон туда полетел. И прям вот... Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Собака такая! Тормози! Ха-ха, блин, здесь все с разбегу надо делать. Это уровень для разбега, на самом деле, да, я просто знаю, это я разработчик этого уровня знаю, я в курсе, как он проходится, вообще просто на золотую медаль пройти его могу, ну просто не хочется. Чё-то я, по-моему, даже на просто пройти не могу его, и чё-то не выходит, да? А, блядь, ну, я рано еду. Ехать не нужно начинать. Ну, блин, ну, сука. Вот просто прям, вот зачем так делать? Ах, успокойся, Дима, успокойся. Поехали. А как я там... Да ну нахрен, так нечестно. Давайте посмотрим еще какой-нибудь. Plane jump. В смысле? Куда я должен plane... Опа, вот этот танцор. Ты вот застрял в текстуре, ёб твою налево. Плавать умеешь? Учись. Что-то какое-то говно, по-моему, на самом деле. Я, может, что-то не понимаю, но мне не нравится. Трек 1. Попробуем вот этот уровень. Больно, наверное. А может, и не больно, может, ему хорошо. Неправильно я поехал. Нужно делать вот так. Смотри. Так не надо делать. Даже в игре делать так не нужно. Смотри, прям аккуратненько так съезжаешь. Как же это невыносимо долго и сложно. Нужно просто здесь перепрыгнуть и поехать дальше. А вот здесь притормозить. Оп. И здесь уже с помощью ускорения. Опа! Вот так вот это делается. Изи просто. Но это нечестно. Не, ну а как я обратно-то заеду? Пиздец. Это очень долгий уровень, нет чекпоинтов. Больно. Рюкзак оставил. Мне не столько обидно было за рюкзак, сколько за то, что я просто-напросто жопой стуканулся. Да ёб! Нечестный уровень. Давай какой-нибудь хоть пройдем, ёлки-палки. Хиллз. Равнины, наверное, переводится. Я не знаю, если честно. Беверли Хиллз. Ай! Опа! Это прям Happy Wheels на самом деле.
прям похож на Happy Wheels, просто очень-очень-очень такая физика, знаешь. О-о-о-о! Где я? Куда я уехал? Ветерок в ушах шумит, слушай, прикольно сделано. Но немножко не рассчитан на скорость камеры, если честно. Но сегодня моя скорость была немножко не рассчитана. Давай хоть какой-нибудь уровень пройдем, короче, и закончим на этом, потому что уж хочется что-то пройти, но типа вот 4 звезды. Бёмсбайк. Типа велосипедный биом. Как в Майнкрафте, только в дроу. У меня аж это, копчик в шею вошел сейчас только что. Прям аж очень неприятно. Оп. Здесь нужно спокойненько так, оп. Вот. А здесь, наверное, этот склон. Нет, нихрена тут склона нет. Здесь просто подъем, и я об него просто вот так сделал. Ну, это же классно здесь очень. Не везде, конечно, но вот в некоторых уровнях она прям начинает играть такая интересная, прям классная, прям такая свободная, спокойная музыка. Чисто прям обруй башкой еще стуканись, давай, убейся, блин. Чисто, знаешь, такое расслабленное такое состояние, такое... Ты едешь на велосипеде по равнинам, солнышко светит, красота на самом деле. На улице птички, весна, там все красиво, все спокойно. И ты вот в горку въехать не можешь. И музыка такая прям... Прям, не знаю, мне прям нравится эта музыка. Она прям такая спокойная. Такая равномерная и уравновешенная. Если бы вот этого звука не было, было вообще еще лучше. На самом деле, да. Ну... Не погиб, видел, да? На самом деле, мне понравилась эта игра, она интересная достаточно, просто если не уметь играть, а я не умею в эту игру играть, но все приходит с опытом, естественно, я играть в нее больше не буду, потому что она как-то одноразовая такая игра. Кто досмотрел до этого момента, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарии, спасибо за просмотр, всем спасибо, всем пока!